нас, по плану, это произойдет примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Красочное зрелище. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к Земле и распадается в воздухе. И взрыв. Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Протон-М».